Привет, с вами я, Роман Казакевич. Это «Плей-офф». Вы узнаете о самых ярких событиях спортивной жизни нашего региона. Мы знаем все о спорте в Красноярском крае. Сегодня в программе фильм-отчет о летнем катании красноярской команды «Пакет Тим». Премьера фильма молодых красноярских роллерблейдеров. Красноярские райдеры продолжают обкатывать лучшие споты сибирских городов. И сейчас, глубокой осенью, у нас есть возможность окунуться в атмосферу летнего экстрим-праздника. Давайте вместе насладимся сложными в исполнении трюками и множеством смешных эпизодов с участием команды «Пакет Тим». You're sucking down the juices on your favorite flavor tank. Another aboriginal need a baby boomerang. To be the kryptonite and you'll be Superman. What's up? Cuss up now, this is a wing City. Rock section of the song, or you burned out as a hippie singing along with your campfires going and your barbecues on with your cool beer campfire singing along. Hey! Привет всем любителям спорта! Сегодня подводим итоги конкурса «Лучший спортсмен месяца». Весь октябрь на сайте крайспорт.ру среди посетителей портала и спортивных экспертов шло активное голосование.
И в итоге звания лучшего спортсмена сентября удостоен чемпион мира по греко-римской борьбе Никита Мельников. Поздравляем Никиту! И без промедления знакомимся с тройкой претендентов на звание лучшего спортсмена октября. Ими стали победитель всемирных игр боевых искусств по греко-римской борьбе Бекхан Манкиев, чемпион России по регби в составе команды «Красный Яр» Андрей Отроков и победитель всемирных игр боевых искусств по кикбоксингу в разделе «Фулл контакт» Никита Селянский. Весь ноябрь голосовать за спортсменов можно на портале krai-sport.ru. Мы продолжаем показ лучших фильмов красноярских райдеров. Видео, которое вы сейчас увидите, было снято всего за один день. Но зато какой! Совсем молодые роллерблейдеры не смогли пропустить такую дату, как пятница 13-е, и наклепали трючков в парке. Смотрим, что у них получилось. Friday, the 13th. But that will be enough. На этом все. Сюжеты, вышедшие в эфир, смотри на сайте программы playoff24.rf, а также на интернет-портале «Вся Россия». Заходи в нашу группу ВКонтакте. Будем общаться. Смотри плей-офф. Будь в форме!